А я вот... Нет, ну имейте совесть, но... В самом деле, хватит отщипывать от меня куски. Я, конечно, я понимаю, что я зомби. Но... А, ребят, это действительно... Ну а перед началом данного видео, друзья, хотел бы рассказать вам об одном знакомом мне сервере Raptor Survival, где мы проводим наши съемки видео и интереснейшие стримы. Этот проект основан на игре The Isle, его целью является приятное времяпровождение в доисторическом мире для разной аудитории, будь то любители ролплея или же мастера сражений. Главным принципом является то, что на сервере царит равноправие, кем бы ни являлся играющий админом, ютубером или обыкновенным игроком. Данный сервер может предложить для вас интересные и необычные ивенты, уникальные календарные события, призы и подарки. Адекватная администрация старается всячески развивать сервер, всегда приходит на помощь и терпеливо отвечает на все возникающие у вас вопросы. В их дискорде часто можно увидеть предложения или голосования как от игроков, так и от админов на различные темы, изменения в правилах, выбор ивентов или новые предложения от участников. Если у вас есть интересная идея, то можете, не стесняясь, предложить их в определенный канал. И пускай вас не оттолкнет небольшой онлайн, этот сервер недавно начал свой путь. Приходите, надеюсь, вам понравится. Нет, слушай, ну это уже, по-моему, сверхнаглость. Есть меня, блин, моего зомби Рекса, это как-то такое. Хватит отщипывать от меня куски. Нет, это сверхнаглость. Это прямо-таки неприятно. Всем привет, друзья, вы на канале SkyTop Games. И мы в мире The Isle. Играем мы на сервере Raptor Survival, и сегодня мы с вами потопаем по карте V3 по просторам сервера Raptor Survival. Ссылочка на Discord и сайт в описании. Посмотрите, такой нелицеприятный очень у нас зомби Рекс, который идет, блин, по лужайкам V3, и постоянно кто-то пытается отщипнуть от меня кусочек мяса. Ну, хватит уже на халяву, это же, ну, ребят, ну, имейте совесть, это сверхнаглость. Так, там у нас остался еще один, по-моему, Рекс, зомби, да. Да, мило, мило, найс. Нет, ну слушай, ну Спина и Ютараптор тут еще взялся откуда-то, Джуф, Рекс, это очень-очень такое себе. Ребят, вы наглые, ребята, вы межвидите сейчас. И это мне неприятно. Вы что думаете, я вечный зомби, что ли? Зомби тоже имеют свойство разрушаться и все прочее, там, разваливаться на куски. Так, а куда мы идем? А мы идем прямо-таки на ВВ. Насколько ты можешь видеть, что зомби Дина... невозможно играть мышкой, то есть мы можем смотреть, знаете, как бы вот так со стороны на этого динозавра. То есть мы не можем повернуть, поворачиваться этим динозавром с помощью мышки. И как бы да, это, конечно, такой большой минус. Еще минус в том, что зомби-динозавр не может кричать, подавать какие-то признаки жизни или еще что-то. Кстати, данного динозавра вы можете получить... только на Рапторе Survival. Да. Ну что же, наше путешествие начинается. Ребята будут здесь, я так понимаю, раститься. Спокойно, вода есть. Рядом у нас мясо, бесконечное мясо. От чего может умереть этот зомби-динозавр? Всего лишь от падения. Да. Вот такая вот неприятная вещь, которая может ждать нашего зомби. Так, ну что же, ладно, пошли к водопою. Хотя мне вода ни к чему. Я могу просто топать, знаете, по просторам V3. Кормить здесь всех подряд. Маленьких джувов. Снабжать едой. Что можно сказать еще по этим зомби-динозаврам? А то, что они полностью бессмертны. Так. Как я и говорил, самое главное не упасть. Они полностью бессмертны. Да, это же зомби.
Ой-ой-ой. По-моему, я как-то близко подошел к обрыву. Хотя нет, все нормально. Представляете, если здесь на ВВ сейчас бы сидело стадо. Это было бы что-то с чем-то. Такие сидят трайки, там, не знаю, пахи, парики, шанты, да без разницы. Короче, травоядные гнездятся, и тут такой идет рекс полностью, я не знаю, освежевавший или освежеванный, я не знаю, как это назвать, блин. Короче, идет без кожи, и все такие в афиге сидят. Боже, это что за монстр? Что это такое к нам идет? Да, прикольно. Не, ну чисто так играть на зомби-динозавре можно, знаете, по фану. Ну, конечно, было бы намного удобнее, если бы можно было бы, блин, поворачивать с помощью мышки. Иди отсюда. Юта, да вы все сегодня оборзели. Нет, ну реально, слушай, это... Вот если бы я сейчас мог тебя укусить, я бы это сделал. Я бы это сделал, блин, просто в один присест. Ребят, вы просто наглые, наглые динозавры, которые ходят за куском мяса, ни в чем себе практически не отказывают. Ну зачем надо было кусать кончик моего хвоста? Блин, не, ну хорош, ребят, нет, ну на самом деле. Ну что же, пользуясь моментом, хочу сказать спасибо огромное подписчику Аллигатору Вектору за съемки в данной серии, а также главе, да, Раптору Сурвайвала Генчику за предоставление мне зомби Дина, а также участие в данной серии. Блин, конечно, по фану было бы, знаете, немножко поудобнее, если бы... Рексом можно было бы с помощью мышки управлять. Так, спину, уйди, ну ты мне закрываешь весь обзор. Я, конечно, понимаю, что ты ищешь момент, не знаю, ищешь место, да, и момент, с какой стороны меня, от меня отщипнуть кусочек, но хорош уже, все, свалите просто отсюда. Вы мне надоели. Нет, ну реально, ребят. Так, повторюсь, что да, зомби не могут ни пить, ни есть, но мы можем походить вот так вот по фану, знаете, попугать остальных игроков на сервере. О чем я всегда мечтал, знаете, это о том, что иметь бессмертного динозавра на сервере. На каком-нибудь сервере вообще даже иметь бессмертного динозавра в игре The Isle. Это что там, типа от меня отвалился кусок, они его доедают или они едят мой кончик хвоста, ребят? Ну, хорош, идите вон, ловите бабочек. Вон сколько бабочек прелестных летает, стрекозы и все прочее. Короче, пойдем вдоль ручья. Опс, тихо. Стоять. Вот сейчас самое главное... Вот сейчас самое главное, знаете что? Мне не разбиться. Да, потому что зомби, они бессмертные. Но при падении, блин, мы умираем. Если сейчас это будет, то все, ребята. Серия на этом будет закончена. Тихо. Тихо. Все, нет. Все хорошо. Спустились спокойно на зедочки. Я счастлив. Вы все так же, тоже. Смотри, прямо собрался такой межвид тут у нас. Ну, не то чтобы межвид, а спинка у нас прогрессия, джув. Ее никто не может убивать по правилам вообще как бы. Юта-раптор у нас... Ну, Юта-раптор это у нас Юта-раптор. Он просто ходит, щипает куски мяса, ждет, наверное, остальных игроков, когда сюда соберется огромная пати ютарапторов, которые будут отщипывать от меня мои ляжки, не знаю, ну, все подряд, все, что на мне только сейчас видно. А кто с нами еще ходит? Подожди, я не обратил внимания. Я не обратил внимания, такс. Ну-ка. А, я совсем забыл, да, Джуф Рекс. Ну, короче, два Джува, все нормально, никто не имеет права убивать их тут. Все спокойно растятся. Здорово. Вы пойдете вдоль ручья?
Слушайте, наверное, знаете, что я в конце все-таки серии попробую сигануть со скалы, с какой-нибудь огромной. Сейчас мы... У нас, по-моему... Подожди. Так, мы же на ВВ? Да, все правильно. Мы на ВВ. И, насколько я знаю, вон там в конце есть обрыв, с которого мы можем пройти спокойно и, знаете, разбиться. Как раз и проверим нашего зомби Дина. Такс, аккуратно. Хорош меня кусать. Не, ну... Вот если бы я сейчас... Подожди, стой, а мы можем пробежаться? Оу, да, мы можем бегать. Что-то я совсем и забыл про shift. Прикольно. Слушай, а стамина у него бесконечная, у этого зомби-динозавра, или нет все-таки? Насколько я знаю, зомби вообще, они такие, простите, твари, что у них никогда не закончится ни выносливость, ни их голод. Ого, посмотри. Жажда восполнилась автоматически. Да, насколько ты можешь заметить, что... Голодом, в принципе, мы страдаем, блин, но мы не можем его никак восполнять. Спиныч, имей совесть, ты, по-моему, с начала серии меня уже неоднократно покусал, откусил. Вообще от меня сейчас ничего не должно остаться, блин. Так, ну-ка давай пробежимся. Я хочу все-таки посмотреть на стамину зомби-динозавра. Бесконечно или нет? И сейчас, если она восполнится автоматически, я буду очень доволен. Нет. Нет, стамина все-таки не бесконечная. Хорошо. Зомби Рекс идет, вышагивает. Идет, вышагивает свои шажки. Ребят, я, конечно, понимаю, что вы удобно все тут пристроились, такие типа бесконечный кусок мяса, но... Иногда нужно заканчивать серию, видео и все прочее. Да. А интересно, он может утонуть? Подожди. Ну подожди, это же зомби. Если это зомби, то по-любому он не может утонуть. Он будет плавать, просто плавать до бесконечности, мне кажется. Спиноч, ты можешь сейчас, да, наедаться по полной, пока у меня не закончатся съемки. По идее, у меня нет стамины, и по идее, Рекс должен сейчас помирать. Нет. Нет, этого не случится. Я понял, это очень прикольно, классно. Здорово. Окей. Слушайте, я знаете, что я подумал? Я как-нибудь обязательно найду, зайду на... сервер Raptor Survival, и обязательно в тот момент, когда будет очень много достаточно хищников где-нибудь сидеть, либо травоядных, да, как я говорил в самом начале, и просто ошарашу ребят тем, что... Ну, здрасте, к вам пожаловал зомби Рекс, пожалуйста, не убивайте меня. Давай, давай, спина, ну, чё? Если ты голодный, давай и откусывай, и ешь меня. Чё, ребят, не стесняйтесь. Пока я жив, ну, как бы, как я жив? Жив наполовину. Так-то нет, я, конечно, уже мертвый. Ну что же, давайте попробуем сигануть с горы. Подожди. Давай восстановим стамину. А то сейчас, знаете, я сейчас удивлюсь, если... мой зомби при падении еще и останется жив. Идем к водопаду. Я все-таки хочу проверить, насколько силен наш зомби. Упадем? Останемся живы или нет? Это, знаете, мне сейчас напоминает немножко гиперов. Когда играешь за них чисто по фану. Так, мне нужна маленькая пробежка для моего Рекса. Как... Стой, тихо. Вот сейчас. Вот сейчас будет прямо-таки жесткий обрыв. Спина, ребят, вы что, собрались со мной, что ли, прыгать?
пожалейте своих динозавров. Нет, ребят, нет, ну серьезно, ну пожалейте, не прыгайте, не надо. А я вот... Нет, ну имейте совесть, но... В самом деле, хватит отщипывать от меня куски. Я, конечно, я понимаю, что я зомби. Но... А, ребят, это действительно... Действительно, вот что сейчас мне нужно, это... Заканчивать данную серию. Да. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Ставим пальчик вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Обязательно заскакиваем на сервер Raptor Survival. Все ссылочки в описании. Это был потрясающий момент, эпичный. Всем спасибо. Всем пока.